Раз, два, три. Итак, всем привет, с вами Гимнат, у нас 17 декабря 2020 года, четверг. Игра Genshin Impact, события пока не остыло, последний седьмой день, заканчивается через 16 часов 51 минуту, на самом деле уже чуть-чуть поменьше, но все же, свободное приключение номер 43. Да, именно так. Уже поехали. Снова три маршрута, снова три попытки. На самом деле, с последним может быть больше попыток. Но начнем с первого города, Манштадт. Могу сказать, что заказчики стали над нами издеваться прям вот по максимуму. Ну что же, доставим бутерброд сейчас же, конечно же. Нам нельзя получать элементальный статус и трогать, в общем, быстро шагать и трогать всякие элементы. Спринт, получение элементального статуса. Ага, урон можно получать. Получение... Начать. И где у нас ждет? Конечно же, среди воды. Я решил вот отсюда бежать. Не жмем спринт. Разворачиваемся и идем. Спокойно идем. Летать нам можно. И, возможно, даже нужно. Ну, по крайней мере, я вот решил отсюда спрыгнуть. И по пути появятся три лучника. По крайней мере, на этом пути они появляются. А вот и они. Так, главное, чтобы что? Главное, чтобы он не попал. Иначе будет немножечко обидно. Зигзагом. Слышим выстрел. Бежим в сторону. Ой-ой-ой, чуть элементальный статус не получил. По-моему, трава стала взрываться или что-то в этом роде. Далее я ничего не придумал, кроме как вскарабкаться сюда. Нажать X. И долететь до него. Посмотрите, сколькими элементами он себя окружил. Счастливый толстяк. А потом еще спрашивают, ты где еда? Ты как бы, ты видел, куда ты залез? Вот ваш заказ. Ну, наконец-то, действительно. Не получай элементального статуса. Да, поэтому я буду стоять рядом с электричеством, окруженным полностью водой. Хорошо, что не в воде. Но самый последний нам доставит больше всего хлопот. По крайней мере, до этого мне доставил больше всего хлопот. Так, идем дальше. Центральная точка. Постоялый двор. Пам-пам. Парам-пам-пам. Айсью. А, вот это сам, ну, такое более простое задание. Сейчас же доставлю. Нам нельзя бегать, летать и карабкаться. Значит, карабкание, полет и спринт, да. И самый простой вариант это сверху от подземелья побежать. Я до этого побежал снизу и чуть не проиграл, потому что она стоит на парапетике на лесах. Поэтому пришлось там оббегать гору. Ага, вот так вот. Я понял. Хочешь, называется, хочешь сократить? Ай. А, мне можно получить урон. Хочешь сократить, изволь получить лучников. Потому что с той стороны не было лучников, но там было два хиличугла с дубинками. Но они были штатными. Здесь вот так прыгаем и сдаем. Опять же, есть второй способ. Это пробежать вот оттуда. Отсюда мы начинаем. Бежим по дорожке. А там два хиличугла, их можно заранее убить. Хотя, как видите, урон нам можно получать даже элементальный статус. И далее, как отсюда забраться. То есть вы, скорее всего, прибежите вот отсюда. И далее
так как она стоит наверху и вам нельзя карабкаться, вы можете вот здесь вот оббежать, ну точнее не оббежать, обойти. Вот здесь вот. Аккуратненько залезть. Ну, далее все то же самое. Спрыгиваем. Так, только вот чуть подальше лучше спрыгивайте возле экрана. Можно упасть. И сдаем. Да, дольше времени занимает. У вас остается где-то секунд 20 или 15 до конца. Но все же. Варианты есть. И третий, самый такой каверзный заказ. Да, каверзный заказ. Идем. Возможно, стоит почистить заранее монстров, потому что сейчас я покажу, куда нам надо идти, и надо еще проверить наличие бага, или я не знаю, что там такое было. Нам придется доставить еду вот сюда. Вот здесь стоит заказчик, и он говорит: нельзя тебе летать, нельзя получать элементальный статус, и... По-моему, урон, да, и урон нельзя получать, или я уже повторяюсь. Ну да вот. И в чем проблема? Проблема в том, что здесь не обозначено, но здесь протекает маленький ручеек, который не видно. И вы можете прямо перед ним наступить в него. Также почему-то после ручейка, если мы здесь не оббегаем по кругу, а идем сразу к нему, почему-то камень бьет нас электричеством, хотя там нет электрической руды, там вообще ничего нету, там просто камень. Непонятно почему, может быть потому, что я до этого подрался там, хотя вроде бы куча времени прошло и там по идее все элементы должны были закончиться. Но давайте попробуем на этой учетке, что из этого выйдет. Я больше всего мучился именно там, потому что все время ручеек мешался, а потом после ручейка вот эта вот непонятная штука с электричеством меня била. Нельзя летать. Сейчас мы прочитаем. Не трогай странные элементы. Так, запрещены полеты, получение урона и получение элементального статуса. Мы начинаем. Возможно, опять же, самые хитрые могут заранее поставить туда точки телепортации и просто забыть обо всем этом недоразумении. Бегать нам можно. Бегать нам можно, я, возможно, начал лишнего сказал, но... Так. Нельзя летать и получать элементальный статус. И урон. Иначе нам скажут, ай-яй-яй-яй. А вот здесь тоже есть два варианта. Можно обойти здесь, можно обойти там, но с той стороны можно... случайно скатиться с камушка, поэтому тут на свой страх и риск. А здесь возможно тоже стоит зачистить этого монстра, ну где он нам не должен мешать. Здесь аккуратно спрыгиваем, и сейчас самое важное, вот здесь вот ручеек перепрыгнуть. И я лучше обойду с другой стороны камня и сдам это задание. А не сдам я это задание, потому что на меня сагрился кто? Правильно, на меня согрелись все. Так, проверим заодно тогда электричество. Меня вот здесь било током. Теперь не бьет. Ладно, все зачистили. Начинаем сначала. И дубль 2. Главное помнить о том ручейке. В основном проблема была с ним. И с камнем. Я не знаю, вот видите, сейчас камень не бьется током, а почему-то на той четке бился током. Почему? Потому что. Вот такие вот дела. Здесь то же самое. Ну, то есть можно... Вот с этой стороны я пойду. Но здесь... Ага, пойду я с этой стороны. Главное, случайно не полететь. Nice. Разбойник уже, смотрите, по поясу в воде. Он меня ждет доставщик еды, чтобы отобрать у него его тофу. Знаете, напоминает вот картинку, где наш главный герой кидает тофу в лицо заказчику. Потому что все было хорошо, но у главного героя промокли ботинки. Здесь аккуратно. Ова! И я лучше оббегу опять же по большому радиусу. Потому что вдруг камень меня ударит, будет обидно. Все? Все, отлично. Вот ваш заказ. Ура! Ура! Всего лишь с третьей попытки я его доставил.
Первый раз потратил, конечно, больше, намного больше времени. Ну что же, ура, задание выполнено, события, читайте, сегодня заканчивается, поэтому успейте доставить 3 заказа, не откладывайте надолго. А на этом тогда я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Можете подписаться на канал, ставьте лайк. Ну и также можете написать комментарий. Всем хорошего настроения, удачи и до новых встреч. Пока-пока.